Приветствую вас, посмотрел профиль ваш. Вопросов вы задаете очень много, задавали точнее очень много. Я хотел посмотреть, какие у вас еще были вопросы, чтобы немножко более полную картину получить того, что с вами происходит, но увидел, что вопросов очень много и понял, что не имеет это смысла. Вот я решил ответить вам непосредственно по тексту из того, что вот, ну, исходя из того, что мне представляется. Значит, вы носите маску. Вы даже сами называете ее маской. Это маска. Вы играете в счастливого, радостного человека, в котором все хорошо, при этом. Естественно, раз вы играете, значит, вы не живете, вы играете. Вы не такая, какая вы настоящая. И никто вас такой, какая вы настоящая, не знает. А вы пишете, значит, что... Даже не помню, когда и почему вы утратили доверие к людям. Вот не помните, но вот с этого и нужно начинать. Почему доверие к людям упало? Почему доверие к людям пропало? Скорее всего, это произошло из либо детства, либо подросткового периода, когда у вас там случились какие-то события, которые не нашли своего выхода, которые вы не смогли выразить, эмоции от которых вы не смогли выразить, и в результате этого вы поняли, что лучше, чтобы никто не знал о том, что у вас происходит, что у вас внутри происходит. Ибо всем людям, по большому счету, все равно. Вот этот момент, первичный момент, его нужно проработать, ну а дальше постепенно все-таки стараться людям доверять. А для этого есть некоторая схема, то есть людям нельзя доверять сразу, им нужно доверять постепенно. Смотреть на то, как они к вам относятся, смотреть на то, что вы можете для них делать, и стараться действовать так, чтобы это не было в ущерб вам, чтобы это защищало ваши интересы, но чтобы в том аспекте, в котором эти ваши интересы не нарушают, можно было бы для них что-то сделать. А так получается, что вы друзей, значит, вот вы пишете, что вам и не следует видеть вас слабы, друзьям тоже, а близким надо беречь. Что же это за друзья такие, которым нельзя видеть вас слабы? Ведь друзья — это доверие. Друзья — это принятие полностью человека. Любовь, о которой вы так много пишете, это то же самое. Вам в первую очередь нужно любить себя, вы себя не любите, раз вы скрываетесь от других. Если вы полюбите себя, вас полюбят другие. На самом деле, правда, заключается в том, что у вас нет друзей, и как таковых даже нет близких, наверное. Потому что они видят совсем другого человека. Зачем, для чего, какую цель вы хотите этим достичь, непонятно. Вы говорите, что, значит, каждый раз повторяете себе, чужим людям не следует видеть меня слабым, друзьям тоже, а близким надо беречь. Ну и вот в итоге получается, что вы живете в одиночестве. И почему вы повторяете так? Ведь люди, которые вас любят, которые вас ценят, которые уважают, которые относятся к вам тепло и искренне, были бы рады разделить с вами эти беды. А если бы и не были рады, то они бы ушли, и на их место пришли новые люди, другие люди. Дальше. Вы пишете о том, что вы мечтаете О том, что спыться не сможет. Откуда у вас такие мысли? Почему вы так считаете?
почему вы даже не пробуете мечтать, и идти к тому, о чем вы мечтаете, тоже непонятно. И вот эти все вопросы, которые вы задаете, в том числе и любовь, любовь от нас на самом деле производное чувство. Нельзя любить, а любите вы, наверное, именно как? Вы любите человека, который, по вашему мнению, мог бы дать вам все то, в чем вы нуждаетесь. Но правда заключается в том, что люди не должны давать вам то, в чем вы нуждаетесь. Потому что это получается уже какое-то использование людей. Но и закрываться от них, прятать от них себя настоящих, тоже является неправильным. Потому что любой нормальный человек, адекватный человек, понимает, что абсолютно каждый может испытывать негатив, боль, может чувствовать плохое настроение и так далее. То, что вы делаете, это неестественно. И это выставляет невидимую грань между вами и другими людьми. Этого делать не нужно. Страх духовной близости, он всегда на чем-то основан. На чем он основан у вас, нужно разбираться. И как с любым страхом, с ним необходимо работать. Есть несколько методов подхода к этому страху, но для начала нужно понять, что же послужило его причиной. Чего вы боитесь? А что такого страшного, по вашему мнению, произойдет, если вот внезапно вдруг кто-то увидит вас слабым? Ну, увидит, и что? Почему вы считаете, что слабость – это обязательно минус человека? У каждого человека есть свои слабости. И лично женщину это делает, мужчины любят женщину именно за слабость. И, может быть, основная проблема безответной любви в том, что вы не позволяете себе слабости в отношениях с мужчинами. Мужчины думают, что вы такая сильная, железная, и не видят вас женщину, а видят лишь себя. Потому что это мужское поведение, всем казаться радостной, сильной, а наедине плакать. И вот почему у вас, у женщины, мужское поведение, и нужно разбираться. То есть вы даже как бы вопроса не задаете. То есть вы пишете: «Здравствуйте, уважаемые специалисты, меня зовут Мария», и дальше по тексту. Вопрос никакого вы не задаете. Говорит только, что хотите радоваться жизни, а не делать вид. Тогда нужно перестать играть. Тогда нужно прислушаться к своим желаниям, доверять им, понять, что мешает вам им доверять, и действовать, исходя из этих самых желаний. Тогда нужно не бояться показывать другим, что вы можете быть слабы. Не нужно этого бояться. Избавляйтесь от страхов, от комплексов, от сомнений в себе, от неуверенности в себе. А именно то, что вы делаете, что вы стараетесь выглядеть счастливым человеком, это и есть следствие неуверенности в себе. Счастливому человеку не нужно казаться, он и есть. А вы скажете для чего-то, какую цель вы преследуете, что вы хотите от этого получить. С этим и нужно работать. Вообще говоря, складывается ощущение, что у вас, в принципе, правильные цели, то есть цели вы понимаете хорошо свои. Но вот средства и условия, перепутаны, перекручены, перетасованы настолько, что из-за этого получается совершенно неправильная картина мира у вас. Вот с этим и нужно разбираться. Чтобы жить полноценно, нужно позволить себе жить полноценно. Чтобы жить полноценно, нужно руководствоваться собой, своими желаниями. Когда же вы играете, вы оглядываетесь на других людей.
Значит, вы зависите от них. Предположим, сейчас эти люди готовы принять от вас только, ну вот, ваше счастливое, всегда улыбающееся настроение. А если случится так, что они скажут: мы хотим, чтобы ты была грустной, чтобы ты была несчастной. Ладно, с тобой будем. Вы что сделаете? Вы станете именно такой? Вы можете. Но чего вы добьетесь тогда? Вот в чем основной вопрос. Поэтому, как правильно вам сказала коллега, вам нужно обратиться к эксперту, который вам понравится, который бы вызывал у вас доверие, с которым вы бы захотели работать, и для начала довериться этому эксперту. Для начала. Вот для начала перед ним показать себя ту, какая вы есть. С ним рвать бумагу, с ним плакать, если угодно, человек, учиться доверять ему. Потом, на основании этого, будете доверять другим людям. Каждому по-своему, каждому поступку, поскольку он этого заслуживает, но, по крайней мере, вы будете это делать. Без изменения вот этой ситуации, без прекращения игры и без начала все-таки истинного, искреннего, адекватного поведения, ну, нельзя представить, чтобы вы начали радоваться жизни. Говорю, это вот ваше, вы не помните, когда перестали доверять людям. Можно на самом деле достаточно, ну, легко исправить. Просто-напросто нужно задать себе такой вопрос. Почему я не могу доверять людям? Что мне мешает? Чего я боюсь? И вот ответ, чего вы боитесь, чего вы опасаетесь, что вы рискуете потерять, если начнете людям доверять, что вы получаете, пока людям не доверяете, вот это все и ответит вам на то, что вас, что вы не помните. И тогда вы вспомните и получите наводку на первичную ситуацию, которая не была должным образом пережита. А это комплекс отсутствия истинного понятия. По сути дела, это оперирование косвенными понятиями, совокупными, случайными понятиями, отсюда и слово комплекс. И таким образом данный комплекс нужно разбивать через приобретение понятия истинного. Не ложного, а истинного. Тогда вам станет легче. Но это работа, Мария. Это работа серьезная. Я не хочу, я никогда не принуждаю людей к тому, чтобы они шли на приватную консультацию, но в вашем случае, если вы хотите что-то изменить действительно, по-настоящему, в вашем случае, я думаю, только этот момент поможет. То есть работа, проработка, вот прям отдельных слоев. Сначала это детско-родительские отношения, я думаю. Потом это ваша личность, образование своих личных границ, правильное их использование, правильное их применение, правильное их продвижение, а дальше разбор всех социальных сфер. Сфера семейная, сфера дружеская, сфера личная и так далее. То есть все вот это вот последовательно так вот вам нужно как бы проходить.
Вам этого всего явно кто-то не додал. Родители, наверное, скорее всего, не додали вам. Значит, это нужно, получается, как бы добирать уже либо через личностный рост, через развитие, прогресс, через освоение культурных ценностей, либо через работу со специалистом, то есть с психологом. И тогда ваша жизнь станет другой. Тогда вы, наконец, достигнете того, о чем вы говорите. Ну, а решать, делать это или нет, уже вам. В конце концов, вы довольно долгое время на сайте. Если за это время не воспользовались ни одной консультацией, если до этого времени ни разу не были у какого-то отдельного эксперта в работе, ну, наверное, это ваш выбор. Только тогда не стоит ждать, что результат какой-то придет, потому что вот вы написали вопрос, я вам написал ответ. Вы его прослушаете, что-то для себя извлечете, но вряд ли в целом ваша жизнь поменяется. Потому что, чтобы жизнь поменялась, нужно работать. Одна вы не справляетесь, нужна помощь. Значит, нужно, чтобы с вами кто-то работал. Работа – это длительное, к сожалению, действие, длительный процесс. Ну, его можно сократить, конечно, максимально возможно. Но без этого не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.